Какой город является столицей Бразилии? Бразилия. Бразилия. Молодечек, смотри какая. Окей. Столица Бразилии какой город? Не знаю. Отлично. Учишься здесь, да? Да. А на кого? На Коммерсанта. Бразилии? Рио-де-Жанейро. Окей. Я без понятия. Мексика относится, брат? Мексика? Я не знаю, относится Мексика? Я не знаю тоже. Где находится предплечье, покажи. Предплечье? Где плечи? Ну, пока ты можешь, у тебя есть? А плечо тогда где? Тоже вот. Получается не очень логично. Где-то вот здесь, наверное, где предплечье. Ага. Окей, на другие показал, отлично. А плечо где находится? Вот плечо. Это плечо, отлично, хорошо. Ну, раз это плечо, значит, это предплечье. Вот, ага, понятно. А плечо где находится? Тоже. Тоже там, да? Предплечье, вот. Предплечье. Ну, неужели хоть кто-то знает, где предплечье находится? Вот плечо. Ага. Вот предплечье. Окей, хорошо. Назови трех персонажей из произведений Пушкина. Евгений Онегин. Так, его мать. Про кого он вечно писал. Okay. Ну ладно. Подождите, кот ученый. Ага, ну. 33 богатыря. 33 богатыря. Ты назвала 35 персонажей, получается, да? Вот когда спрашивают, у меня себя забываю, а всегда, когда в голову идут. Я не люблю Пушкина. Жадина бабка. Жадина бабка. А это из каких произведений? Сказка о царе Салтане. Сказка о царе Салтане. Может, были там еще какие-нибудь другие персонажи? Были. Были. Угу. Тараса Бульба. Дубровский. Угу. Капитанская дочка. Капитанская дочка. Ну окей, хорошо. Я вам сейчас не скажу вообще ничего. Ну, хоть одного. Назови простые числа первой десятки. Как с математикой? Хорошо. От 1 до 9. От 1 до 9. Окей. 1. Из первой десятки. 1, и все. Да. 1, 2, 3, 4. Все? 1, 2, 3, 4. Опять почему не простое число? Может, я пойду уже? Какие простые были? 1, 2, 3, 4. От 0 до 9. От 0 до 9. А простые числа это что? Односоставные, проще говоря. Односоставные, ага. Какие предметы изучаешь сейчас в колледже? Охрана труда. АСКВ. Это что такое? Я полный перевод не смогу сказать. Ну о чем? Это первый раз такой сегодня. А, сегодня первый, окей. Ну о чем там? Вам же сказали. У нас этот предмет, АЕСКУЭ, а как он называется? АЕСКУЭ. АЕСКУЭ. Вот это вот будет, мы с вами будем изучать интересные аббревиатуры, наверное, да?